Здравствуйте, с вами питомник Магия Роз. Я думаю, вы меня не потеряли за 2 недели. Я просто был на карантине, ну, либо на самоизоляции, кому как понять не будет. И у меня не было доступа к ноутбуку, так как я должен был открыть 1 декабря, если вы не ошибаетесь, каталог для ознакомления. Ну, не смог этого сделать. Вчера я приехал уже домой, и сегодня буду заниматься каталогом, чтобы добавлять все, после чего можно будет ознакомиться с ним. Потому что сейчас, если кто заметил, если кто заходил в каталог, он недоступен, он пишет либо ссылка недоступна, либо неправильно. Ну, короче, этой ссылки нет просто. По той причине, то, что он не оплаченный, так как я оплачиваю раз в месяц его, не на год, не на два, потому что я не знаю, как пойдет вообще, заинтересуются люди, понравится им, не понравится. И я не делаю большие вклады, можно сказать, на сайт, потому что там цены тоже не маленькие. Просто оплатить и потом, чтобы он у тебя просто висел в воздухе, я думаю, это не солидарно, ну, для меня. Я думаю, меня вы поймете. Так что не пугайтесь, я никуда не пропал. Теперь я надеюсь, что все будет хорошо и буду с вами все это время. Так что сейчас я вечером начну делать каталог, добавлять все. И с завтрашнего дня, я уже думаю, можно будет смотреть, что вообще там у меня за розы. Ну, могу сказать то, что добавятся в большинстве бордюрки, ну, мелкоцветки, потому что их много у меня. Я, конечно, знаю то, что многим нравится крупные большие бутоны, чтобы были массивные кусты, но это не те, конечно, розочки, но тоже красивые, допустим, для клумбы украсить свой сам сад мелкоцветкой, ну, тоже хорошо, потому что она очень красивая. Так что спасибо вам за то, что смотрите меня, подписываетесь. Не болейте, главное, потому что с этой заразой никуда не денешься. Берегите себя. Все, всем спасибо. До новых встреч. Всем пока.